Всем привет, доброе утро. Оля. О, люди привезли, овощной приехал. Видите, разгружается. Сейчас 8 утра. У меня маленькая печалька. Так что иду к машине сегодня. Оставил позавчера около парка, вчера. Сегодня должен был, в общем, 8 утра уже быть на острове и удочки забраться. Оля. Вчера подошел к машине грузить вещи, не завелась. Ну, думаю, блин, два раза крутнула и не завелась и сдохла. Я попробовал, у меня есть там дополнительная батарея, попробовал ей то же самое, не помогло. Подключаю, не помогает. Ну, то есть такая, знаете, типа стартер такой, как бы пендрайв такой здоровый, не пендрайв, а как его там называется. В общем, батарейка здоровая. Не помогло. Ну, думаю, ладно. Наверное, батарея села. Поехал вчера на такси, съездил. Вечером, поздно, всем вечера принес зарядное устройство. Мне там нашел. Включил на зарядку, показано батарея. Ну, типа, аккумулятор. Ну, типа, разряженный. Начал заряжать, заряжал 7 часов. Аккумулятор. Написало, что типа 90% зарядило. Я в 4 утра проснулся, бо в 7 я должен был встретиться за городом уже с ребятами. Проснулся в 4 утра. И давай батарею тащу, аккумулятор притащил. Бжик, то же самое. Думаю, ё-моё, наверное, что-то уже другое. И тем более бывают такие фокусы, типа то сами дворники начинают крутиться. То этот самый, то... Свет включишь, а он не гаснет, но свет большой не включается. И вот, сигнализация, видите, работает. Я оставил уже в 4 утра. Одним словом, так с 4 я больше и не сплю. На рыбалку я не поехал, не смог. И теперь думаю вызывать, наверное, этот самый. Ладру, ассистенция механика. В общем, по страховке сейчас буду вызывать машину с механиком, и пускай он определяет, то ли ее надо в мастерскую везти, то ли его надо в этот самый, то ли это он сможет что-то тут определить в этой машине. Обидно, конечно. Правда, некоторые говорят, что этот аккумулятор сдох, но я не думаю, что зарядка показывала, что он зарядился, а может и сдох. Все-таки аккумулятору как бы выпуск 15-й год, сейчас уже 6 лет ему получается. Как с фабрики аккумулятор поставили, я еще ни разу его не менял. Но я не знаю, может ли он сдохнуть просто так, раз и сдох. И даже после того, как 7 часов постоял, все равно типа сдохший остался. Вот и не знаю. Но пока пришел, что сделать, это поубирать с машины всевозможные причандалы. Тут, знаете, у рыбацкой машины все загружено всякими барахлом. Так что буду уносить все барахло домой. Вдруг придется в машину везти в ремонтную мастерскую, в официальную, потому что я не хочу просто так куда-то переть, то чтобы не валялось тут все мои ножики, там весла и все остальное. Одним словом, уборка в машине сейчас будет. И потом вам покажу, пойду сначала, прежде чем вызывать машину, которая повезет по страховке, ну вот до 300 километров по страховке может приехать та штука, которая меня заберет и отвезет за бесплатно. Ну, не будет каждый день, но 6 раз в году можно вызвать такую, ремольки называется, такой грузовичок, который везет по моей страховке. Но сначала у меня тут в нашем районе есть две мастерских. Одним словом, пойду сначала в мастерские, договорюсь, надо заснять, как она себя ведет. Ну, я вам покажу сейчас, как она себя ведет, смотрите. Включаю. Все загорается. Вроде все окей, да? Ну, осталось, что там масло, но мотор не заведенный. Заводим. Раз. Все. Дик. На том кончилось. То есть, вот. Больше ничего. Если я хочу светом мигнуть на ту машину. Что-то мигнуло. Радио заработало. Но теперь смотрите, я выключаю, свет не выключается. Вот. Теперь он остался включен, этот свет. Мигнул на свою голову. Теперь надо идти за ключом, отсоединять батарею, и тогда она типа как бы
погасится свет, а так я остался включенный. Одним словом, вот такой фокус. Так, все-таки я подозреваю, что это батарея. На всякий случай я вызвал механика, как бы по страховке. Написал им по WhatsApp, и они сказали, что через час приедет. И точно, сейчас мне позвонил, говорит, я тут уже машину шукаю. Прошло минут 35. И пойдем посмотрим. Я думаю, что до лампочки, что там зарядная показывала, наверное, она сдохла, вся батарея. Я уже начинаю искать новую. Сидел дома, искал. Сейчас посмотрим, что скажет приехавший механик. Значит, я уже беру бон. Был дома, уже искал батарею. Правда, место у меня такое, что он говорит, там негде толком встать. Ну, сейчас. Ну, удобно, по WhatsApp. Я не звонил, по WhatsApp написал номер своей машины. У них есть WhatsApp официальный в сервисах. И они прислали механика. Так, где-то он здесь. А, кстати, стоит уже около машины. Наверное, вот он стал тут на перекрестке. И уже пришел батарея и стоит уже около машины. Так, чувак уже приступил к замене батарейки. Аккумулятора. В общем, он померил, сказал там ноль. И еще он уже просто замкнул. И Бойно предложил мне более мощный, с гарантией на год, говорит, привез новый, говорит, я тебе сейчас поменяю, если хочешь, за 13 700. Только что я звонил в нашем районе, по 13 900 мне предлагали такую же, а он сказал, что еще на 10 ампер более мощную поставить, гарантией новую он привез бы. Я писал, какая у меня модель машины, и он замерил, говорит, не-не-не, это твоя уже просто сдохла, говорит, так что пойдем искать деньги. Ну, там всякие формы оплаты, но если дать наличкой, то 13 700 выйдет. Одним словом, если это воно, то это еще полбеды, скажем честно. Это еще просто полбеды. Ладненько, такой день потерянный, но ничего, я в смысле для рыбалки потерянный. Значит, что-то надо было, чтобы я туда не поехал. Иначе где-то остановился еще хуже. Так хоть около дома остановился, если бы это в поле случилось. Жди потом, кто там, когда, куда, чего привезет. Смотрите, все работает, как говорят, в таких случаях. Спасибо Богу, что взял деньгами, да, как говорят евреи. Вот. Чуть больше размером, то есть вот здесь защелка не защелкивается, но она защелкивается вот, вот этим местом за низ, то есть она не двигается вообще, в принципе, все круто, накрыто, премиум, какая-то вот, Вижар, не знаю, чья она, правда, я не спросил, бразильская, сказал, говорит. Или что, тут была бразильская. Ну, в общем, одним словом, она больше. У меня была на 40 ампер, а это на 55 ампер. Написал мне бумагу с гарантией на год для нее от этого самого. Машина завелась, 3 раза попробовал, вот я еще, так сказать, завел, подержу. Все нормально, без никаких проблем. Все эти проблемы, которые были, там, что включался, выключался свет, все это погасло. То есть свет выключается, включается нормально, без прикола. А то у меня еще техосмотр вот в этом самом. Прикидывайте, 2 числа у меня техосмотр, 2 августа. Вот бы было прикольно, если бы я на техосмотре вот так раз и на яме и остановился. Так что все заработало окей. Никаких проблем. Просто единственная проблема, что уже этот самый 9.58. И мои рыбачки уже на острове, куда я собирался. Но ничего, я поеду в следующий раз. Если что, может даже в пятницу. Вот, договорюсь там с людьми. Просто было бы веселее кучей, но факт есть факт. А ну-ка еще раз так, сейчас, чтобы эти собаки так не гавкали, потушим, заведем. А ну, что получится. Вот, погасим. Всякий свет там, то все включается, выключается. То есть все тут, вот. Это раньше вообще не выключался, наверное, не срабатывало электроэнергия. Теперь берем. Все, чуки-пуки. Осталось только что ручник. И же я не пристегнут, мигает. И все.
То есть, фу, решил один вопросик, слава богу. Ладно, такую крутую рыбалочку я вам в следующий раз покажу.